Заработала очень важная краевая мера поддержки для семей педагогов, врачей и соцработников, у которых нет собственного жилья. Получение из бюджета края весомой субсидии на первоначальный взнос по ипотеке позволит решить жилищную проблему ряду семей. В числе первых оформивших субсидию были и славянцы. Глава семьи Сергей Власов работает в Славянском социально-реабилитационном центре для несовершеннолетних. У него хорошая семья, есть двое маленьких детей. И самое главное, что с помощью государства ему удалось решить самый важный жилищный вопрос. Семья Власовых одной из первых в Краснодарском крае смогла воспользоваться субсидией на ипотеку для работников социальной сферы. Он подал документы и несколько дней назад смог вложиться в собственный дом, о котором они с супругой давно мечтали. Я как социальный работник подал заявку на эту социальную выплату, ну и прошел, конечно, весь путь от начала до конца. Ну и этому, конечно, я очень сильно рад. Наше государство сейчас очень серьезно относится к тому, что поддерживает молодые семьи, семьи с детьми. Сергей Власов рассказал, что он собирал пакет документов для получения субсидии всего 3 дня, и затем, через 10 дней, он узнал о положительном решении его вопроса. На использование первоначального взноса выделяется на это 1 миллион рублей. И, соответственно, семья имеет возможность получить ипотечный кредит на улучшение там жилищных условий, либо на покупку дома, как мы. Ну, это очень, очень сильно помогает в этом, ну и поддерживает, соответственно. Ну, по документам, после того, как я подал заявку на участие, мне подзвонили сначала с Министерством моего труда и социальной политики о том, что я прошел по всем критериям. Ну и потом позвонил наш Кубанский центр. Конечно, их отдельная благодарность, что они очень понятно все объясняют, какой комплект документов, что именно нужно. Мечта семьи воплотилась в реальность благодаря краевой поддержке. После того, как состоялась сделка с банком, молодая семья уже на правах собственников вошла в свой дом в поселке Прибрежном. Место благоустроенное, есть все необходимое. Жилье не требует серьезного ремонта, можно сразу заезжать и жить. Сергей Власов и его семья благодарны губернатору Кубани за такую прекрасную инициативу поддержать семьи бюджетников. Это действительно большое подспорье в получении собственного жилья. Андрей Вишневский, Игорь Ванчугов, Дмитрий Волошин. Программа «События».